В дни летних каникул в Твери проходит спартакиада среди городских пришкольных лагерей. Сегодня в финальных состязаниях за первое место боролись команды из 8 школ. Это первый день спартакиады и эстафета на воде. К ней дети готовились целый месяц. Вот на таком плавсредстве команды из 3 человек на перегонки преодолевают дистанцию в 25 метров. В ходе соревнований были другие испытания – на ловкость, скорость и выносливость. Финал веселых стартов проходил на мультиспортивной площадке возле бассейна «Радуга». В ходе состязаний команды соревновались в 5 олимпийских видах спорта – легкой атлетике, баскетболе, художественной гимнастике, хоккее на траве и маунтинбайке. Все соревнования проходят в форме подвижных игр. Увлекательная спортивная эмоциональная программа помогает каждому ребенку проявить свои лучшие физические и умственные способности, что способствует гармоничному развитию личности. За месяц работы пришкольных оздоровительных лагерей в мероприятиях, направленных на привлечение детей к здоровому образу жизни, приняли участие более 5000 школьников. Во всех лагерях с дневным пребыванием обширная спортивная программа для того, чтобы ребята понимали, насколько важно заниматься физической культурой и спортом для того, чтобы сохранить здоровье, начиная с самого маленького возраста. Мы с вами видим, насколько счастливы дети сегодня находиться в этой атмосфере. Результат сегодняшних игр порадует, в принципе, всех, вне зависимости от того, кто станет победителем. Победителем спартакиады среди городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием стала команда из школы номер 43. На втором месте ребята из 52-й школы, а третье место у школы номер 19.